Приветствую, дорогой зритель! В жаркую летнюю пору отлично спасают кондиционеры, и если классические сплит-системы нужно устанавливать, укреплять и платить немаленькие суммы денег, то с мобильными кондиционерами ситуация куда проще. Именно о них мы сегодня и поговорим. Мы в HelpPanda подготовили топ лучших мобильных кондиционеров для квартиры и дома. И досматривайте ролик до конца, ведь там мы расскажем об основных критериях выбора подобных устройств. А мы начинаем! Пятое место занимает недорогой мобильный кондиционер семейства Balu Aura. Эта серия заточена на небольшие помещения, в данном случае площадью до 16 метров квадратных. Это в идеале. На практике же, когда за бортом реальная жара, прибор потянет разве что метров на 10-12. Но зато это сравнительно компактный кондиционер. Высота 67, ширина 37, а глубина 33. Дизайн достаточно симпатичный. Оригинальной формы белый корпус со стильно контрастирующей черной панелью управления. Последняя еще расположена довольно грамотно, под наклоном, дабы пользователю были хорошо видны текущие параметры. В комплекте присутствует удобный пульт ДУ. Основные режимы работы устройства – это охлаждение и вентиляция, две скорости. Также имеется функция осушения производительностью до 15 литров в сутки, что дает возможность поддерживать комфортный микроклимат в межсезонье. С помощью 24-часового таймера можно задать удобное время отключения и начало работы прибора. Четвертое место занимает Фанэй. Это довольно эффективный, насколько это возможно для напольных мобильников, кондиционер со знакомым названием. Фанэй серии Арчит способен на многое. Собран он аккуратно и качественно. Дизайн рассматриваемой модели совсем не вычурный, скорее лаконичный классический в духе минимализма. Основной цвет белый, решетка черная. Конструкция относительно компактна, легко перемещается по полу на колесах. Если потребуется переноска, то на корпусе по бокам имеются удобные ручки. Управляется кондиционер сенсорной панелью и или пультом. Готов трудиться в трех базовых режимах: охлаждение, обслуживаемой площадью до 24 метров квадратных, осушение и вентиляция. Есть таймер на 1-24 часа. Ночная программа. Настройка температуры доступна в диапазоне от 18 до 35 градусов. Представитель Zanussi в нашем топе лучших мобильных кондиционеров расположился на третьем месте. Он относится к дизайнерской линейке Sonata. Название красивое, однако заявленные производителем 50 дБ рабочего шума не так, чтобы особо сладкозвучны, но терпимы, если не обладать слишком уж нежным музыкальным слухом. Дизайн Zanussi лаконичен и прост. Белый корпус компактный, высота 71, ширина 36 и глубина 35. Наличие шасси и боковых ручек обеспечивает простоту и легкость перемещения прибора к различным местам дислокации. Главное, чтобы было куда шла для отвода теплого воздуха воткнуть. Основной режим работы кондиционера – охлаждение. Максимальная производительность – 3,52 кВт, чего, по мнению производителя, должно хватать для эффективного обслуживания помещений до 30 метров квадратных. Также устройство можно использовать и в режиме простой вентиляции. Популярный кондиционер бренда Timberg, представляющий серию с многоговорящим названием Nordwind. Форма корпуса – это некое подобие прямоугольного параллелепипеда из школьной программы, предусмотрительно скругленными углами-ребрами. Цветовое оформление полностью белое, в том числе и для панели управления. На обогрев модель работать не способна, зато умеет хорошо охлаждать помещение площадью до 26 метров квадратных. Но так заявлено в спецификации, на деле чуть-чуть поменьше. Выходная мощность, она же холодопроизводительность, 2,4 кВт. Дополнительный режим работы – это осушение и обычная вентиляция. Управлять устройство можно двумя способами – с сенсорной панели iTouch, либо дистанционно с помощью пульта. Функции, закрепленные за соответствующими кнопками – это включение и выключение, выбор скорости, два положения, режим работы, настройка температуры и таймер до 24 часов, а также ночной режим. И первое место занимает мощный и по-настоящему стильный моноблок серии Loft от Electrolux. Он органично вписывается в интерьер современных домов, квартир, офисов и магазинов. Мало того, Electrolux является довольно компактным и легким для своего класса прибором, всего лишь 26 кг, который можно взять с собой на дачу, в гараж, установить практически в любом обитаемом помещении, где летом не хочется изнывать от жары. Режим работы – охлаждение, вентиляция и осушение. Площадь обслуживания – до 27 метров квадратных. Удобна функция испарения конденсата и вывод его вместе с теплым воздухом, но избыток влаги может собираться и внутри. О заполнении встроенного резервуара сообщит индикатор. Для слива и контроля уровня вместо заглушки ставится специальный дренажный шланг, который входит в комплект. И судя по отзывам, это один из самых лучших за свою стоимость мобильных кондиционеров. А теперь перейдем к ряду особенностей, которые стоит учитывать при покупке. Простой вынос трубы в приоткрытое окно неизбежно сопровождается притоком воздуха с улицы, что заметно снижает эффективность работы. Оптимальный способ решения этой проблемы – создание специального герметичного отвода в окне или стене. Пластиковая
гофра в процессе работы нагревается, отдавая тепло. Чем меньше ее длина, тем меньше и негативный эффект. Если же без удлинения совсем никак, то стоит подумать о термоизоляционном покрытии. Мобильность в конкретном помещении ограничена из-за небольшой длины трубы, наращивание которой крайне не рекомендуется, поэтому это тоже стоит учитывать. И, к сожалению, никуда не деться без ложки дегтя. Это повышенный уровень шума. Даже самые тихие моноблоки отчетливо слышны, особенно в момент пуска компрессора. Так что можно забыть про деликатный ночник. В спальню все-таки лучше ставить тихую сплит-систему, а если это невозможно, то смириться с особенностями мобильника и не жаловаться на неизбежное. Тут либо тишина, либо прохлада. Компромиссное решение – предварительно подготовить комнату или воспользоваться таймером на отключение. Кроме того, надо знать, что напольные кондиционеры все же несколько менее эффективны, чем традиционные стационарные. Опять же, в силу конструкции, то есть подбор мощности устройства под нужную площадь по привычной схеме 1 кВт холодопроизводительности на 10 метров квадратной площади, мягко говоря, не совсем точно. Должно быть понимание, что при таком расчете опустить температуру в помещении удается лишь на несколько градусов. В сети есть немало формул и калькуляторов, где учитывается множество факторов. Либо можно сделать оптимальный запас мощности интуитивно по личному опыту. И обязательно нужно учитывать климатический пояс проживания. Если у вас невероятная жара под 40 и выше градусов, то такой кондиционер навряд ли вас спасет. А на этом у нас все. Благодарим за просмотр и до новых встреч!